Всем привет! Вы смотрите программу «Спорт 3.0». Меня зовут Таня. Вместе со мной вы узнаете о последних новостях из мира киберспорта. Поехали! Первое в истории мировое первенство по виртуальной «Формуле-1» пройдет 24 и 25 ноября в Абу-Даби, где в это время будет проходить заключительное гран-при в классической «Формуле». Победителя определят по итогам трех гонок. Автосимулятор F1 2017, который будут юзать участники турнира, разработала одна из самых старейших компаний Великобритании, работающей в этой области компьютерных игр – Codemasters. Квалификации на масштабный турнир стартуют в сентябре. F1 2017 будет доступен игрокам на платформах PlayStation 4, Xbox One и Windows. Спустя месяц после выхода игры F1 2017 организаторы отберут 40 сильнейших виртуальных гонщиков, вручив слоты на LAN-финал, который примет площадка Gfinity Arena в Лондоне 10-11 октября. После завершения состязаний в Англии 20 самых быстрых игроков получат билеты на финал в ОАЭ. Обладатель чемпионского титула The Formula 1 и Sports Series 2017 выиграет квоту в полуфинальную стадию чемпионата мира 2018 года, а также статус Формула-1 и Sports Champion Expert. Разработчики видеоигры внесут победителя в виде одного из персонажей F1 2018. Североамериканскую организацию Selfless Gaming продадут новым владельцам. На продажу выставлен только ТЭТ организации, поскольку после анонса от основателей у Selfless Gaming не осталось ни одного состава. Ростер по CSGO распущен еще в апреле. Игроки по Smash Melee и Killer Instinct стали свободными агентами, а представителей подразделений по Rocket League перекупила неназванная организация. Игроки состава по Overwatch решили не продолжать выступать вместе. Selfless основали в начале 2016 года. За ростер по CSGO в разное время выступали Slammy, Nifty, Reckless, Costa и другие американские киберспортсмены. За год существования команда выиграла отборочное на VESC 2016, заняла 3-4 места на iBuyPower Spring Invitational 2016 и iBuyPower Summer Invitational 2016, а также вошла в топ-6 DreamHack Austin 2016. Филиппинская мультигейминговая организация TNC Pro Team осталась без тренера и аналитика команды в дисциплине Dota 2 Мюриэля Кипспул-Хьюисмана. С чем связано решение уйти из состава коллектива, не сообщается. Однако Кипспул обещает рассказать о причинах своего решения в блоге, который скоро опубликует. Напомню, тренер состава по Dota 2 пополнил ряды коллектива в апреле 2017 года. А где именно Хьюисман продолжит карьеру, пока неизвестно. Бренд энергетического напитка Red Bull стал глобальным спонсором команды OG. Коллектив OG завоевал чемпионский титул на 4 мейджор-турнирах из 5. На прошедшем The International 2016 коллектив занял 9-12 место. Red Bull занимает одну из лидирующих позиций на рынке энергетических напитков и спонсирует чемпионаты и киберспортсменов в различных дисциплинах. Это была программа «Спорт 3.0» на канале FCDB TV. Смотрите наши следующие выпуски и подписывайтесь на канал «Динамо Брест». Увидимся!